Друзья мои, смотрите авторский 10-шаговый алгоритм сужения ниши. Денежная ниша Life Coach. Что это значит? Я вам дам 10 шагов. Первый шаг, мы просто дробим нишу для кого. Второй шаг, мы нарезаем тему про что. Третий шаг, проверяем понимание нашей целевой аудитории, зачем ей это надо, зачем ей смотреть наши видео. Четвертое, мы готовим точки входа, как расскажем. Пятое, мы проверяем предложения конкурентов, то есть, что конкуренты дают на рынке. Шестое, мы изучаем спрос на рынке, то есть, что сейчас люди ищут на рынке, что они хотят найти, какие запросы они подают. Седьмое, мы начинаем записывать видеоролики, грамотно сеем эти видеоролики в социальных сетях. Восьмое, мы начинаем тестировать свою узкую нишу, узкую тему на нашу целевую аудиторию. Девятое, мы анализируем результаты, и десятое, мы повторяем это все, но уже с другим сегментом. Соответственно, мы берем, может быть, другой формат, другой сегмент. Это самая золотая, то есть вот эта технология получения золотой ниши. То есть это действительно поможет вам найти нишу, завоевать ее, занять ее, удержать. И эта ниша в благодарность, она будет генерить вам много клиентов. Вот действительно будут и клиентов, я не оговариваюсь, это клиенты, не зрители, а именно клиенты, потому что очень много каналов, очень много пабликов, сообществ, в которых есть огромное количество зрителей, подписчиков, не генерят продажи. Если вы сейчас сделаете, не знаю, паблик о том, как похудеть, у вас будет огромное количество аудитории, огромное количество вопросов, но продавать что-то там вы вряд ли сможете. Нет, вы будете себя тешить надеждой и думать о том, что вау, я сейчас сделаю консультации бесплатные, они узнают, какой я специалист, и уж придут ко мне за советами на платную, не придут. Пока у вас не будет вот такой собственной золотой ниши, никто к вам не придет. Никто, и я сегодня докажу вам почему. Надоело смотреть чужие истории успеха? Создайте свою.